Hey, ребят, всем привет, с вами Фейт, и сегодня мы продолжаем играть в Prince of Persia Wire Within, и остановились мы на том, что, ну, дошли мы до этой сохраненки, и, в принципе, пока что больше не делали. У нас уже почему-то встречает такая эпичная музыка, хотя почти ничего такого, ничего крутого такого не происходит, так что не знаю, почему она вообще играет. Но давайте не будем обращать на нее внимание и будем проходить дальше. Может быть, нас все-таки ждут какие-то эпичные бои, просто смертельные схватки, ну, в общем, вы знаете, что я имею в виду. Опа! Перепрыгиваем. Ведь именно Принц Перси. Кстати, извините, ребят, за долгое отсутствие, ибо я прокачивал свой компик. Да, вот. Купил себе новенький процессор и новенькую материночку. Не буду рассказывать, какие. Если вам интересно, то... Ой, погодите. Поднимайся. Вот так вот. Смы... Слея. Если вам интересно, можете спросить в комментариях. Я вам, конечно же, отвечу. Почему я тогда-тогда умер? Странно. Так. Не-не-не. А, стоп. Вот так вот, по-моему, нужно делать. Все, вспомнил. Ох, как я давно не играл, ребят. Просто пипец. Я ж это... Взволнован. Так, по-моему, тут нужно отпуститься. И вот так вот сделать. Только не так. Подожди. Давай, в принципе, все нормально. Не будем. Фигней страдать! Зря я это сделал. Он исправился, оказывается. Почему он так делает, я не понимаю. Это странно. Побежали. Так, сейчас нас встретят не очень доброжелательные гости. Вот, вот такие, да, вот гости. Да вставай ты, господи, ты будешь вставать, алло! Чувак, Вот мрази тут нужно с ними поступать вот по кое-какому, ребят. Да вы задолбали меня, мрази. Вы будете отступать-то от меня, нет? Так, нет, ты должен отпрыгивать. Вот так вот, вот так вот, правильно, правильно делаешь, правильно делаешь. Нет, 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 нет. Давай, хоп-хоп-хоп. Ибо нефиг, умри, мразь. Давай, следующий, следующая пошла, следующая. Да ты дурак, что ли? Ты можешь встать-то, господи, принц. Ты чё, как... Ты чё, дурак такой? Блин, в тот раз у меня лучше получилось. Сейчас я как-то в ловушку нафиг забрел. Нет, 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 ты должен вот так вот делать. Спасибо огромное тебе. Во, зашибись, все, изи. Все, пока что нормально. Больше их пока не будет. Сейчас мы просто сбираемся наверх. Залазь. Так, аккуратненько. Главное, не упади. Ой, не про... А, нет, нет, собственно. нет, нет, нет. Блин, да что ж такое? что ж я так паникую-то сразу? Спокойно. Тебе нужно развернуться. Спасибо. Отлично. Так, на... наверное, накопим себе все-таки песочков времени. Потому что они, в принципе, никогда лишними не бывают. Это самое легкое, что может быть. Так, сейчас нам нужно вот так вот повернуться. Вот так вот. Оп! Оп, мастера просто. Так, повернись. И вот так вот. Только сейчас не нужно лезть, потому что нас может приезжать жестко. Так, теперь нужно вниз. И аккуратненько перебраться. Давай, давай, принц, ты же, ты же лучший. Ты же должен делать еще все лучше и круче. Всякие... Кстати, я впервые вижу какие-то египетские, что ли. Очень похожи на египетские фрески. Так, погоди. Тебе нужно перепрыгнуть. Такая как будто макаронинка, а не веревка на самом деле. Ой, вот с этим, блин, ш... вот это, с этой штукой я, конечно... Блин, вот что за хрень, я же отпустился. Давай! Ура! Слава богу, я помню, я на этой штуке запарывался много раз. Ой, блин, блин. Нет, это я тупо сделал. Поэтому я и сказал то, что пригодятся еще как нам. Эти штуки. Все, easy. Фу! Добрались мы. Добрались и все нормально. Так, теперь нужно активировать это все дело. По-моему, это делается так. Нет, неправильно. Значит, это делается вот так вот, потом вот так вот. Потом... По-моему, вот так вот. Нет, неправильно. Ну, блин, я даже не помню, как это делается. Но это дальше изи, как вы поняли. То есть делаем вот так вот. Потом делаем вот так вот. И переходим сюда, делаем вот тут вот. Нажимаем кнопочку. И тут. Все, easy. Идеально. И перемещаемся в будущее. Вот так вот. Я в, в, в одной серии неправильно выразился. По одной из двух серий. Выразился неправильно и сказал то, что типа возвращаемся в будущее. А там на самом деле прошлое, потому что это прошлое. У вас будет способность зарядать. А, замедлять. <къем> это нужно еще... Сп... А, вспомнил, как это делать, да. Сейчас мы будем замедлять время, ребята. Но предлагаю сохраниться, ибо до хака не дремлет. Это хорошо, что ты знаешь, как, что, как они работают, порталы эти. Так, давайте все-таки новое сохранение сделаем вот так вот. И побежим далее. Всякие вот эти штуки неприятные нас встречают, которые мы легко обходим. Так, по-моему, ту вот тут. А, нет, значит подальше. Блин, я уже думал отпускать. Но если бы я отпустил, то было бы очень неприятно. Так, сползаем. Изи. Так, пер при при перепрыгиваем. В принципе, мне кажется, и там и так можно было слезть, но. Я, я бы не рисковал. А, все, у меня, у меня целый, окей. Блин, надо было оставить, окей. Да блин, в смысле, у меня сейчас время пройдет, алло. О. Класс. Короче, сделаем так, чтобы оно закрылось, нафиг. Где песок-то? Так. Отлично. У нас не так много вариантов и времени, так что хопа, нормально. Так, перепрыгиваем эту мразь. Разрубаем. Сейчас мы ее... Её... Опа! И промахнемся. Ну, конечно, мы же любим это делать, правильно, принц? А зачем попадать прямо в цель, если можно промахнуться? Так, тут можно спрыгивать. Опа! Да ладно! Да хакус! Что, бежать от него придется опять? Или ты нас не видишь? Черная смерть. Как будто он, блин, знаете, и стали такой сделан жесткий прям хочется по нему так бам-бам-бам-бам побить, просто чтобы услышать звук этот глухой звук. Мне кажется, он на самом деле знает то, что мы тут он просто типа такой. Ну давай, давай, принц. Типа, давай, давай. Я знаю, что ты мне все равно ничего не сделаешь. Так, это перепрыгиваем мы сюда. И туда. Ой, блин, чуть не отпустил раньше времени. Было бы неприятно. Так, хоп. Аккуратненько приземляемся. Изи. Молодец, принц. Не забыл тренировочки. Может быть, ты типа в детстве тренировался, знаешь, по крышам прыгал. Фу, мне вот это всегда нравилось. О, да. Так, аккуратненько. Хоп, перепрыгиваем. Ой, куда? Господи, что ты тупанул. Так, аккуратно. Сюда остановимся. Так, раскачиваемся. И опа! Приземляемся. Отлично. Как вы меня уничтожите-то? Идиоты. Так, тихо. Ох, ё -мо, погоди. Ой, я что-то замедлил время, фига себе. Вы что, серьезно? И зачем я это сделал? Ты умрешь, нет? Фига себе! Трижды ее нужно! Так, тихо. Пошел отсюда. Ой, что ты ты-то не иди отсюда. Ты должен остаться на поле битвы. Так, где там мразь? Хоп-хоп. Вот так вот тебе. Вот так вот. И еще раз. Кольника ее. Как следует. Можешь выбросить нафиг ее вот так вот. Молодец. Красавчик. Мне нравится, когда вот музыка заканчивается. Довольно интересный эффект такой. ту ду -ду, ду 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 Вот сейчас, наверное, будет. Ду -ду -ду". Нет, она продолжается. Ну ладно. Так, погодите, стоп. Мне нужно вот так вот. Хоп, хоп, хоп. Прямо вот так вот нужно идеальненько. Так, нормально. Тут главное не ошибиться, если лишний раз э -э зафигачить, то будет не очень хорошо. Лишний раз это не есть хорошо. Хоп. Забираемся. Я сказал, забираемся. Тут нужно сохраниться. Потому что, по-моему, сейчас будет бег от Дахаки. И это будет очень неприятно. Так что нужно сохраниться. Так, 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 так. Ну, я думаю. Да, вот здесь нужно сохраниться. Блин, я новое сохранение сделал. Ну ладно, пофиг. Пускай будет три сохранения. Так что быть позволю я этой игре сделать на своем компе три сохранения. Это будет не самая приятная гонка, если честно. Потому что я помню, я много раз ошибался, когда гонялся. Такой хоп! стальная хрена тень. За мной бежит со всякими этими тентаклими. О, полегче, я ж тут бегаю. Мог меня задеть, дурак, что ли? хоба хоба Правда, не очень хорошо сделал, но ладно. Ты думаешь, да хака что, нет, это а не прорвется, что ли? Беги! Дундук! Блин! Пипец, давай, 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 беги! Ну чё так гребаные бочки? Да что ты их бьешь? Беги! Тебе нужно время. Время да. А, нет, все нормально, пока. Все четко, все четко. Все, пока он от меня отстал. Пока он от меня отстал. А, а ну вот, класс. Я хоть... А, блин, я вообще не так сделал. Что-то эту панул. Нужно было вот так -то. Хопа. И все четко. И аккуратненько приземляемся, идем дальше. Так, а это у нас что за комнатка? Что это у нас за комнатка? А-а-а! Хм, ну вот. Я же, по-моему, рассказывал то, что за нами тут будет дахака. До, будет до охотиться. Фух. Отлично. Так, тут, по-моему, никого нет. Кроме вот оружки офигенной. Так, а вот это мне пригодится. Так, нам опять придется сюда залезать. Блин, я не помню, по-моему, мы тут были, разве нет? Прям в самом начале игры. Просто я сейчас это играю еще в другое сохранение, бывает. И поэтому, ну, точнее, я играл, но сейчас я прекратил. Но просто память то помнит, что я тут тут -то бил. Фу, Фу, такой. О, 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 -о да как, полегче, полегче, давай без тентаклей. Воу, 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 парень, это слишком жестко. Ты что, ты что такой? Я что тебе сделал? Что я тебе сделал? Ха, выкуси. Это вода, а не река. Как река может идти, блин, вертикально? Ты с ума сошел, что ли? Окей, теперь нам нужно переместиться в... Нет, в прошлое. Сейчас мы перемещаемся в прошлое. Ребят, не выспался. Извиняюсь, буду зевать. Так, теперь надо сохраниться. Ну, в смысле удалось освободить? Ты просто дофига раз перемещался. Это, конечно, хорошо, да. Но пока, пока мы его не убили, да, он вернется, конечно. Ясен пень, а что ты, блин. А ты что ожидал? Принц Пурси. Поэтому нужно быть аккуратным, понимаешь? Так, тут будет... А, да, тут будет какой-то вот этот странный чел. Что это за... Вот это я не помню. Кто это такой? Вообще вот в памяти никак. Просто кидается, просто какой-то этот... Слишком дерзкий парень, короче. Не помню, как это называется. Так, сейчас нам нужно пролезть. Опять мы вернулись в эту комнатку. Но ну, эту, эту точно, по-моему, помним. Это мы уже делали. Когда за это еще охотились, девкой. Так, тут мы. Да блин, тут мы изи не это не падаем. Это что по тебя? А нормально. Вот так вот прыгаем, идеально становимся на то, что нам нужно. Перелезаем. Алло, принц, ты чё? Я ему жму вперед, а он останавливается. Что-то с тобой не так. У тебя, по-моему, зависает программка какая-то. Не знаю, какая, но точно какая-то зависает. Так, сейчас пробегаем. Оба! Изы. А, мы сейчас возвращаемся в эту в комнату с этими штуками. Вот это бесит меня штука Ура, я прошел, изи Фу, даже без потери жизни вообще Вот это я мастер Что это со мной сегодня Так, настоящее прошлое Вот, наверное, на этом надо сохраняться Так, окейчик Да, мы сейчас Нет, стоп, а куда мы вернулись Это же возвращение в тот зал С этими Блин, не помню не помню я. По-моему, да, с этими, как его называют, с этим рычагом, которым мы пользовались. Блин, а если я не туда пошел? Вот это будет эпично, конечно. Но ты чтоб тебя. Потому что, в принципе, все такое возможно, ребят. Сразу говорю. Тут тебе не скажут, что ты не в том направлении идешь. Тут, если ты зашел не туда, то все, ты, блин, проходишь какой-то определенный клип заново, и все. И дальше игры нет. Вообще, в принципе, вроде похоже на то, потому что сейчас этих э, чувачков нету с черепа. Ну да, все, изи. Мы вернулись в эту комнату. Да, все правильно. Все верно. Я, я прав. То есть нам, нам вперед нужно, что ли? Ну да, вроде. Окей, го вперед. Я не против. Давай, перепрыгнем. Заберемся, сохранимся. Блин, мне что-то подскажет, что-то. Что, что, что я не то что-то делаю. Но ну, надеюсь, все правильно. В общем, ребят, я думаю, можно на этом закончить. В принципе, серия получилась неплохая. Надеюсь на это, ну, после столь долгого отбытия, так скажем. В общем, если вам, ребят, зрели это видео понравилось, то поставьте лайк за него и напишите комментарий под него. А с вами был, как всегда, я, Фейт. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующем видео.